Отож, продовжується наш ефір ще зовсім трішки часу, але якого часу дуже цікавого. Адже до нас тут завітали гості Наталія Кондрахіна, ведучий дизайнер студії дизайну, та Галина Банін, декоратор та текстильний дизайнер. Дівчатка, доброго ранку! Не з пустими руками сьогодні прийшли з цікавинками. До речі, сьогодні ми давали поради про декор інтер'єру. Отож, розказуйте, діліться і творіть нам про такі цікавинки. Давайте. Всем здравствуйте. Мы хотим рассказать основные тенденции, которые модны в 2015 году этой осенью. Тенденции в цвете, тенденции в декоре нашей страны и не только, особенно Запада. Какие они? Ну, мы вам покажем основные цветовые тенденции на примерах образцов тканей. То есть это никак не эталон ткани, мы просто показываем вам цвет и его сочетание. Первый цвет, с которого мы хотим начать, это цвет называется бургунди. Дуже модный, так, да, зараз? Да, и да. Помады такого колеру, и лаки такого колеру, да. Да, это глубокий винный оттенок, который придаст вообще интерьеру тепла и уюта. Я считаю, что любому интерьеру он придаст. Его отлично можно сочетать с бежевым оттенком. То есть большинство интерьеров, которые сейчас есть у людей, это какие цвета присутствуют? Бежевые, какие-нибудь там молочные оттенки. Все это очень хорошо гармонирует с этим цветом. Также очень модный сейчас цвет антрацит. О, как вы думаете, что это за цвет? Антрацит. Ой, антрацит – это глубокий серый цвет. Да, действительно глубокий такой, так, серый. Можно еще его там назвать цветом мокрого асфальта, но это будет не совсем корректно, его настоящее название – антрацит. Он тоже хорошо работает в паре с бургунди, а также бежевым оттенком, то есть вот такая приятная теплая гамма у нас получается. Я говорю, не только однотонне модно, так? Конечно, конечно. Я хочу, чтобы галочка наша показала эти цвета, эти образцы тканей. Дуже гарненький. А, у вас спала шишка. Это как раз та ткань, которая используется в текстиле непосредственно, кроме этой. Если у вас в доме все однотонное и вы хотите чем-то украсить, очень хорошо будет украсить полоска. Полоска и клетка сейчас, и она всегда была модна, и сейчас очень модна. Есть вот такие вот абстракционные картинки. Угу. Если у вас мало цвета, как бы в декоре, очень хорошо сделать подушечки, какие-нибудь вазочки. Я хотела запитать, каким чином прекрасно? Можно вазочки сделать, можно подушки сделать? Да, да, если позволяет возможность, конечно, стены было бы хорошо, но если нет, то можно хотя бы подушечки, какие-нибудь аксессуары в интерьере очень красиво. А, тобто наши ведущие дизайнеры кажут, что можно взять тканину и просто стеночку нею обшить. Конечно, конечно. Это очень сейчас модно, особенно текстильные обои в интерьере. А сейчас очень используются. Только на Западе... с ними лучше не переборщить. Если да. делать, то только одну стену или какой-то дизайн. От, да. Да, тому що можна дійсно дуже, як то кажете, переборщити, да, пересолити в дизайні. А чим ще можна? Які ще можуть бути помилки от, в дизайні? Чим ще можна переборщити? Ошибки? Вообще переборщить можна всім чим угодно. Допустим, у вас є много интересного модного декора, там много ваз, много картин, много рамок, много чего-то еще. Вот вам это все подарили, вам это все нравится, или у вас там какая-то болезни, вы все это ходите и скупаете по модным бутикам и считаете, что это будет вообще просто великолепно смотреться в вашем интерьере. Вы это все выставляете на полочку там, или завешиваете стену, и что в итоге получается? В итоге получается, что у вас очень много всего. Есть такая красивые поговорка. Красивые вещи, но они не соответствуют друг другу. Да, дуже часто такие было. Да, да, да. Есть такая поговорка, что за на то, то не здраво. Поэтому, ну, это основная, основной момент, которым мы руководствуемся, чтобы не... было много всего. Должен быть какой-то акцент всегда. Даже сейчас в интерьерах говорят, что лучше всего использовать такой прием дизайнерский, декорировать одну только стену. Вот о чем Гала говорила. Это называется акцентная стена. Эту акцентную стену выделяют, опять-таки, либо текстилем, либо декором, либо же ее можно выделить каким-то предметом интерьера. Допустим, это камин. И вот у вас камин уже формирует эту акцентную стену. Вот так вот. Что еще можно?
Также текстиль можно применять не только в подушках, допустим, не только в накидках каких-нибудь. Текстиль можно применять в качестве штор. Очень все это любят и много чего навешивают на наши окна. Но в данном сезоне очень модные плотные ткани. Такая ткань, как Blackout, она очень популярная, она не пропускает свет дневной, и у нее очень насыщенный цвет, который не пробивает солнечные лучи, и поэтому она как бы непрозрачная, и хорошо смотрится на любом фоне стен, которые вы подберете. А так, є люди, які бігають, скупляють картини, годинники завішують. Але ж можна щось зробити власними руками, так? І не потрібно розтрачувати багато коштів. Власне, цим ми будемо сьогодні займатися, так? Давайте приступимо, що ви нам сьогодні показуєте, що ви сьогодні робите. І яким чином ми будемо прикрашати свій інтер'єр сьогодні? Ми сьогодні хотіли вам показати момент. Один, це дизайнерская такая штучка, класс. Называется венок декоративный. Очень долго венки уже держатся в интерьерах, в топе украшений, и в том числе в топе хендмейд украшений. Как его сделать самым дешевым способом? Мы сейчас вам это все покажем, потому что наше время, оно очень такое сложное по финансам, но зато ограничение финансов, оно как бы развивает креатив. Но вы знаете, ничем не гірше, чтобы что-то это купувати и корисно, и приємно своими руками сделать, потому что давайте приступать. А можно я потримаю? Да, конечно. Тобто це у вас уже готовий, а ми зараз будемо робити новенький, так? Ми будемо робити немножко другого стиля. Ці колечки можуть бути абсолютно різними. Якщо у вас там є красиві штучки, ви не знаєте, як їх примінити, то можете експериментувати і виконувати все своє творчество. У нас зараз буде друге колечко, другого зовсім стиля. Якщо у вас немає можливості, немає средств, ви можете зробити це своїми руками. Бумага, газета, все, що є в вашому домі. Если же у вас позволяет средства и вы не хотите тратить много времени, можете купить готовое колечко из пенопласта. Из пенопласта, да. Так. Но сегодня мы будем делать вот в таком виде. Да, у нас вот такая заготовочка из газеты обычной. Мы ее обмотали скотчем для того, чтобы она держала форму. И дальше мы будем делать фон. Девчатки, что думаете, за 5 минут впораем? Будем стараться. Мы постараемся. Ну, давайте, намагаемся. Первое, что Гала сейчас делает, мы создаем фактуру. Фактура у нас делается из бумаги. Это крафтовая бумага обычная, там для упаковки, для многого она используется. Мы ее гнем. Таким образом, наш венок будет не просто иметь какую-то форму, он будет еще иметь фактуру интересную. Дальше обворачиваем. Мы сейчас попробуем это очень быстро сделать. Час так з вами пролітає швидко. Але в 4 руки, думаю, буде швидше. Давай, я буду держати, ти будеш закривати. Так, тепер нам це все діло потрібно склеїти, так? Так, ми беремо клей-пістолет силиконовий. Зараз він є практично в будь-якому домі, тому що чомусь всі дуже люблять хендмейд. І це добре. Когда нация развивается, творчески это очень хорошо. А я пока еще пораздивляюсь, приносила тут и перечку, и шишечки, и листочки. Да, да, да. Все такие осенние, как треба. Все природное, так. Все в эко-стиле, потому что именно этот стиль мы выбрали для декора. Почему? Потому что эко-стиль, он больше нас приближает к природе. Он больше нам рассказывает о нашем творце, о том, что он создал для нас. Не знаю, кто, я дуже полюбляю такие природные, правда. Потому что сегодня и я вчусь у вас, и дома люблю, обов'язково. Самое важное, что в эко-стиле любому человеку будет приятно находиться. Очень такая пара рук, которая делает очень красивые вещи из ничего. Угу. Природа дарует нам. Все, что есть... Все, что сейчас, это листья, каштаны, шишечки, все можно использовать и будет очень красиво. Да, все будет очень актуально. Самое главное, не затратно по деньгам. Еще тоже актуально на сегодняшний день.
тонкие трешки, так? Да, еще чуть-чуть поменьше масла. Сейчас мы это быстро все делаем. Тобто, да, він буде не просто такий гладенький, а вже такий, як ви кажете, можна фактури. Ділити дуже легким. Можна мішковиною, можна льном, можна всім, чим хочете, тканю. Як ваша фантазія, да, дозволить? Да. Все, что найдете у себя дома, все можно использовать. Главное, опять-таки, не переборщить. Я бачу, что там ты шишечки, а у эти зирочки из цитруса сделаны. Да, это засушенные апельсинчики. Угу. Да. Потом мы из них повырезали, из свежего апельсина вырезаем звездочки, ложим на окошко, он засыхает. И все. И у нас получается такой вот декор. Из апельсина, кстати, из цитрусовых можно очень много всего делать. Скоро у нас придет сезон как раз цитрусовых. Мандарин, да. Запах мандарин передноворічний. Поэтому не выкидывайте, используйте это все. И все можно використовувати. Мы заранее заготовили такую гирлянду из шишек и из вот этих звездочек. И сейчас просто мы обворачиваем наш веночек. Угу. Дійсно, гірлянди така вичинці. Так. Є. І теж підмащуємо, підклеюємо клеєм, так? Да. Щоб вона трималася. Так. Лучше это делать, конечно, не на скорую руку, для того, чтобы все было красиво и гармонично. Но так как у нас экстремальные условия, будем дуже экстремальні. Але які ідеї нашим телеглядачам, і вони вже будуть знати, що є у нас такі дизайнери, які вчать робити гарно. Так. Так. Тепер у нас є листочки. У нас є ягодки. Ага. Зараз ми з цього всього теж будемо робити. Угу. У нас залишається ще дві хвилинки для того, щоб попрацювати. Боже, як швидко з вами час пролетів. Приглашайте нас ще. Ми знову ще щось зробимо. Все, чули? Я вас спіймала на слові. Запрошуємо вас ще. Місце залишається незмінним, а час. Грядет зима і будуть ще нові інтер'єри, будуть нові... А як часто взагалі змінюються оці тенденції? Що кожного сезону там чи якось? Практично кожен сезон, да, він диктує свої основні тенденції. Якісь моменти залишаються незмінними. Допустим, от якщо ми говоримо о стилі, то стиль він переходить із сезону в сезон. Угу. Там, к примеру, цей стиль вже довго держить позиції. Вот, поэтому він у нас залишається актуальним навіть і в зимнім декорі. Класні, маленькі такі. Так, ну і що? Добре, що зараз все так, да? Клей, гарячий, швиденько, так і навіть в екстремальних умовах можна щось таке собі зробити. Дуже допомагає. Угу. Так. Зараз останній штришочок наш, ягідки, і майже готово, так? Будемо хвастатися нашим телеглядачам. Звісно, краще нанести побільше клею, для того, щоб, допустим, міцніше, так? Да, натуральні такі моменти, от як у нас, допустим, маленький патісончик. Он достаточно увесистый в этой конструкции. Такие гарные, гарненькие такие. Так, все, в руки держится. Так, давайте покажемо, что у нас вышло. Дивіться, як гарно. Девчата, похизуйтесь, операторы, берите. Здесь есть, конечно, некоторые моменты, которые нужно улучшить. Да? Допустим, мы быстро обмотали гирлянды. Гирлянду можно дома аккуратно. Дома вы не квапили, вы будете делать. Да, але дуже гарно, мені дуже сподобалося. Дякую вам, дівчатка, що завітали. Ось що у нас вийшло. У нас в гостях була Наталічка і Галя. Можна я вже ось так по іменам. Да, обов'язково чекаємо вас.